нельзя дать ему покинуть это место. Он может все разрушить. Я беру на себя полную ответственность за все ужасные события последних 24 часов. Но вы должны понять, мы интересовались их миром исключительно ради блага человечества. Да, все вышло из-под контроля, но уверяю вас, у нас были веские причины для такого риска.
Эдвин Буатар. 221 день без несчастных случаев.